Пожар на улице Попова, 35, произошел 4 ноября в 9 вечера. По прибытии пожарные обнаружили, что горит мебель в межквартирном холле на втором этаже. Это затруднило эвакуацию людей. Эвакуация из трех квартир, выходящих в данный холл, являющихся единственным путем эвакуации, находятся люди, и их эвакуация невозможна. Было организовано спасение людей при помощи газодымозащитных комплектов, а также при помощи автолестницы с окон данного дома. К несчастью, одного человека спасти не удалось. В одной из квартир был обнаружен мужчина 1954 года рождения, и несколько собак они отравились угарным газом. В связи с этим в городе пройдет внеплановое заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям. Отдел надзорной деятельности проведет профилактические мероприятия с жителями многоквартирных домов. Анализируя пожар с гибелью, хотелось бы обратиться ко всем жителям города Бирска о необходимости соблюдения требований пожарной безопасности. В первую очередь, содержание пути эвакуации. Не допускается загромождение межквартирных холлов, коридоров, лестничных клеток, незадымляемых лестниц, переходов в смежные секции, а также балконов и лоджий, где имеются люки для спуска на нижележащие этажи горючей мебелью и горючими материалами. Во-вторых, не допускается курение на территории общего пользования, в постели, мягкой мебели, выполненных из горючих, высокотоксичных материалов. Курение необходимо осуществлять в специально отведенном месте, тушить окурки в пепельницу, либо любой емкость, наполненную водой. Не выкидывайте окурки из окон многоквартирных жилых домов. Если есть в квартире дети, ни в коем случае не храните источники открытого огня в общедоступном месте, такие как спички, зажигалки, либо непотушенные свечи. Не допускайте эксплуатацию электронагревательных приборов кустарного производства, имеющих неисправности терморегуляторов, и не сушите горючий материал над электрообогревателями. При обнаружении возгорания сразу вызывайте пожарную охрану по телефону 101 и организовывайте эвакуацию из помещений, смежных с возгоранием.